Играют друг против друга, и обычно для них это такой стресс. Даже несмотря на опыт, который есть и у того, и у другого, я имею в виду Весела и Товарыша, вот когда они сталкиваются с такими же огромными ребятами, то не всегда все получается. В данный момент Весело справляется. И средний бросок забил. Нет, не в этот раз. В переднюю дужку мяч опустился. И, конечно, пытаются убежать, используя преимущество скорости. Как здорово Калинич разобрался левой рукой, не побоялся огромного Товарыша. Ему остается Сатаранский. 10 секунд на владение. На Товарыша все-таки загрузили. А когда довели мяч до Товарыша, то это с большой долей вероятности либо данк, либо, может быть, какое-то другое продолжение нападения, но точно связанное с набранными очками. И это действительно у Дека Полови Виллер, Нангомес, да ладно, издали, ой-ой-ой, падает Пуарье, и это легкие два очка в итоге. Не понял я, почему Пуарье упал, обычно вот там часто подскальзывают игроки, но в этот раз не эта причина была, просто что-то произошло. Но это уже было... Авантюрно? Авантюрно, я бы сказал, да, давил он так. Хорошо! Вот это то, о чем я говорил, это настолько наигранное, уже... В этом сезоне раз пять, наверное, видел. Это был даже один раз лучший момент игры. Не успевает вернуться Джабари Паркет после своего промаха. Ой, но это Чачо, это Родригес, но накрывает его Рокас Якубайтис тем временем. Классная защита от Рокаса. Уже, ну, обычно такие мячи забивает. Вот в чем вопрос. Может быть, Кампаца стоит вернуть? Рокас Якубайтис остановился. Скинул. И еще раз полом! Что творит этот парень? Ну, как, нелогичный какой-то мяч забил сейчас Эрнан Гомес. Товарищ даже не понял. И ему фол. Джабари Паркер, звездный американец, который новичок и громко, как классно, Серхио Родригес отвернулся в одну сторону, успел отвернуться и отдать так называемый слепой пас, тем самым обманув всех защитников. Хезане очень хорошо ворвался по лицевой. Очередной отскок в нападении. 8 секунд. И классное исполнительское мастерство. Высочайший уровень сейчас демонстрирует Факундо. И легкие два очка для Габриэля Дека. Сам тут намудрил. 2 секунды. Кто будет бросать? Габриэль Дек затыкает сирену об окончании первой половины. Минус 2 всего у Реала. Первая трешка. Со сколько там? 15 было попыток. Да, и она опять же нелогичная. Посмотрите, по какой траектории зашел мяч, который находится сейчас на площадке. Дек рядом. Ой. И опять та же самая история. Сейчас кто это? Да Сильва там зевнул. Таранский, Калинич, и есть размен внизу Весело против Хизони, отбрасывает на дугу, Оскар да Силва забивает трехочковый. Против него Хоэль Пара, это неплохой размен, Хезони может и обыграть вниз. Габриэль Дек, 3 секунды, и 2+1 от аргентинца. Ну, Дека прям идет, игра. Джанан Муса, заслон, получил и навесил, классно. Винсан Пуарье. Родригес уже завоевал это чуть-чуть расстояние. Классный пас от Сатаранский. И Калинич еще 2 очка, но это только минус 12 у Барселоны. Не вижу пока вариантов у Барселоны и выиграть эту игру. Вот только если будут так же настойчивы, как Якубайтис был сейчас под кольцом. После своего же промаха забрал мяч. Да, ну, время идет с другой стороны. С другой стороны, 5,5 минут еще играть. Якубайтис забивает. Вот не побоялся пойти под товарищ. Рожера Гримау был. Абринос, Якубайтис, Сатаранский. Калинич весел. Ну, в принципе, все могут бросить. Диздали! А это 2+1 от Томаша. Факундо Кампаццо проникает. 3 секунды, зона, перехват. Снова Сатаранский. 50 секунд, и Сатаранский сам на равный счет. И что, будет ли тайм-аут Чуса Матео сейчас? Нет. Как и Гримау в баскетболе. 3-4 десятых. Бринес, конечно, он с разворота. Опа!
но 0,3 не успеет. Да, уж какой мяч забил Абринес. Показывает фол Илья Белошевич. Все, закончилось. Не было фола, все. Одерживает победу в классику мадридский Реал 65-64. Это был действительно очень непростой матч.